В преддверии выборов городская избирательная комиссия разделила каждый район Одессы на 2 округа. Теперь их 8. Однако пропорциям определения, как выяснилось, не уделили должного внимания. К примеру, в Суворовском районе в первом округе проголосуют чуть больше 110 тысяч избирателей, а вот во втором – около 70 тысяч. К чему приведет такое несоответствие и повлияет ли это на количество представителей партии от одного округа? Берется количество депутатов, которые будут избраны, да, и делится на 10. У нас, соответственно, в городском совете должно быть 64 депутата. Делим на 10, получаем 6. То есть учитывается только целая часть полученного результата. Это с одной стороны. С другой стороны, по требованиям того же избирательного кодекса, количество округов должно быть таким, чтобы политические партии, любая политическая партия могла совокупно выдвинуть список не меньше 64 депутатов. Как оказалось, разделить на 6 не удалось, ведь объединить части различных районов округа нельзя. Поэтому каждый район разделили на 2 части. Из-за этого, говорят эксперты, возникает привязанность избранных кандидатов не к конкретному округу, а ко всему району. Разное количество избирателей вызывает диспропорцию представительства депутатов в новом созыве. И их численность по округам может отличаться лишь на 15%. Если в одном округе у нас придет 100 тысяч избирателей, проголосует, а стоимость одного мандата в голосах, допустим, я приблизительно говорю, будет 4 тысячи голосов, да, то вот на округе, где проголосовало 100 тысяч, будет 25 мандатов. Соответственно, да, будет определенная диспропорция. Я надеюсь, что она не будет критичной. В каждом округе партия может выдвинуть список от 5 до 12 кандидатов. При этом нет никакой квоты по численности депутатов, которые могут пройти от конкретной партии. Все будет зависеть от количества голосов. Единственным отличием от предыдущих выборов станет лишь привязка избирательного участка к одному из округов в своем районе. Наибольшее количество вопросов может возникнуть с бюллетенем. В этом году впервые на местных выборах будет избирательная система пропорциональная с открытыми списками. Что это значит? Это значит, что избиратель выбирает не только партийный список или партию, которую он симпатизирует и хотел бы поддержать во время выборов, но он и выбирает и кандидата от этой партии, которого бы он хотел видеть представителем своих интересов в Одесском городском совете. Мы все избиратели, да, и каждого из нас это касается, что как раз вот этот проставлять номер и выбирать отдельно еще кандидата, это не является обязательным. Это делается исключительно по желанию, то есть в любом случае ваш голос будет засчитан за партию, даже если вы не выберете какой-то номер из партийного списка. Но если вы знаете этого человека, знаете этого депутата, либо кандидата в депутаты и хотите именно его поддержать, то это ваше право, которое сегодня в полной мере может быть реализовано. Каким образом? Нужно проставить цифру под тем номером, который идет этот кандидат в списке политической партии именно по вашему округу, именно по одному из этих 8 округов. Выборы в областной совет не особо будут отличаться от местных. В регионе сформировали 10 округов, 4 из которых в Одессе, по одному на каждый район. Поддержать своих кандидатов одесситы и жители области смогут уже 25 октября. Татьяна Барумбей, Алексей Прокопенко, Герасим Олесенков, телеканал «Репортер».